Итак, ребят, всех приветствую на своем канале, и я хотела бы вам кое-что сказать, вернее, спросить у вас. Итак, начало... Да, извините меня, пожалуйста, за то, что меня так долго не было, потому что у меня ремонт в комнате. Мне негде снимать. Ремонт в комнате закончится на следующей неделе. Скорее всего, я не буду загадывать, когда он кончится, но кончится уже скоро, совсем скоро. Так что видео будут, сериалы тоже будут. Извините за то, что канал пустует, просто, ну, у меня нету больше выбора другого. Я даже сейчас снимаю на телефон, потому что у меня зарядка от футика лежит в подвале, да. В общем, к чему я клоню вообще, зачем я это видео снимаю? Во-первых, чтобы вас предупредить, и во-вторых, чтобы вас поблагодарить за 1100 подписчиков. Блин, спасибо, ребят, я в шоке, честно. Я вас уже достала со своим... Вот, видео будут! Они реально будут. Так, в общем, ребят, я бы хотела, чтобы... Как вы относитесь к тому, что я переименую канал на Акира Фейдед? Да. Только, пожалуйста, не бомбите. Почему я решила переименовать канал? Я так и остаюсь, StarCat, просто мне очень хочется переименоваться на Акира Фейдед. Почему Акира Фейдед? Во-первых, Акира — это мой псевдоним и мой любимый бэт. Фейдед, потому что это название моей любимой песни, и Фейдед переводится как «исчезну». В общем, да. И возможно, я переименую на свой канал Фейдед Стар Акира, да. Это переводится «исчезающая звезда Акира». Короче, ребят, проголосуйте, пожалуйста, в комментариях, как мне остаться. Мне остаться StarCat? Ну, как бы так и так StarCat осталось, просто для эксперимента. Может, мне понравится новое название. Или мне переименовать канал на Акира Фейдед. Или мне переименовать канал на Фейдед Стар. Как вам лучше, как вы хотите. Просто мне тоже надо знать ваше мнение, как вы думаете. Может, ну вот так. В общем, у вас есть три варианта. Еще раз их оглашу. Итак, первый вариант – остаться StarCat. Второй вариант – назвать канал Акира Фейдед. Третий вариант – назвать канал Фейдед Стар Акира. В общем, выбирайте. За что будет голосов больше, зато я и сделаю. Итак, ребят, всем спасибо за просмотр. Ожидайте, пожалуйста, моих видео. Не бросайте меня. Не надо. Я еще жива. Все ссылки будут в описании. Пишите мне ВКонтакте, если что, там, в Вайбере, в WhatsApp, где угодно, короче. Все, всем пока, я вас люблю. Пока.